Это замечательно, потому что я не курящий. Значит, знаете, очень неудобно, когда рядом курят. Я 20 лет тому назад бросил курить, и когда дым попадает, у меня горло сохнет, голова начинает болеть. И очень тяжело переношу все это. Поэтому замечательно, когда вокруг чисто, свежий воздух. А для курящих, я думаю, что, дорогие друзья, бросайте курить.